Всем приветушки, дорогие друзья, с вами Алекс Джаггер, мы продолжаем проходить пятый резидент, нам уже в принципе осталось недалеко до конца, я посмотрел там по-моему 3 главы, если я не ошибаюсь. Кстати говоря, если вы пропустили мою предыдущую серию, то советую посмотреть, что вообще здесь происходит, что здесь вообще творится, что творилось особенно в предыдущей серии. В общем-то, в предыдущей серии у нас, собственно говоря, была такая небольшая бомбежка, небольшой такой трэш, мы с вами столкнулись с главным супостатом игры, и также мы с вами столкнулись с бывшей напарницей, которую как раз таки еле-еле спасли. Так, ну ладно. В общем, я все вам высказал. Вы сами решайте, что хотите делать. Либо смотрите предыдущую серию, либо смотрите вот эту, которая сейчас со мной начнется. А мы тем временем продолжаем. Так, в инвентаре я вроде бы как чудо как разобрался. Прикупил себе парочку лечилок, продал то, что себе не нужно. Немножко патронов продал, потому что все равно мне столько много не надо. Мы и так во время игры еще очень много патронов подбираем. Так что обойдемся мы с вами и без этого. Так, ладно, ну все, давайте продолжать. Так, таймер идет, идет, хорош. Спенсер, Маркус и Эшфорд основывают... Вот опять не успеваю прочитать. Глава 6.1, палуба. Ех, нифига себе, какой громадный корабль. На нем он какие-то грузы перевозит. Или что-то такое. Наверное, скорее всего, возможно, грузовой корабль, почему бы и нет. Сохранение. Этот корабль огромный. Может, они с него хотят распространить ураборос? Нет, такое судно выдало бы себя слишком рано. Значит, у них другой план. Да. А они, скорее всего, с помощью этого корабля хотят распространить какую-то инфекцию, если я не ошибаюсь. Ну, вернее, не инфекцию, а вирус или что-то типа того. Да какая разница? В общем, какое-то биологическое оружие, как всегда. Так, нет места, ну и да ладно, фиг с этими патронами. Еще где-нибудь в дальнейшем найдем. Так. Тут опять эти, да, блин, опять эти военные псы. Так. Дружище, ты чё? Ой, 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 тихо, отходим. Кто-то гранатами кидается. Оу, да что происходит? Что все взрывается? Даже эти упыри взрываются почему-то. Так, тихо-тихо-тихо. Или это, возможно, и... Кто-то их взрывает. Во, хоро... Ёп твою же, налево. Ты что творишь-то, говно? Охренеть, это... Что за двойной удар был? Ты видал, нет, вообще? Прикинь, он у нас обоих одним ударом жахнул. А это как двойной удар считается. Ты что? Вы... Что, охренели, что совсем? Ты еще в каких-то сраных бронежилетах. Из-за этих сраных бронежилетов их невозможно нормально прострелить. Добей его. Во, хорош. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. А где это у нас... с вами метатель гранат? Я что-то его не вижу. А, вон он, наверное, да? Да, это он, скорее всего, был. Так, ручная граната, блин. Нам что-то сразу, вот с самого начала, мы только начали, у нас было полное здоровье, нам уже сразу половину вынесли одним ударом. Ну охренеть вообще. Вы чё за такие черти, блин? Прокачались, что ли, да? По-любому себе там подкачали, наверное, урон на удары. Так, это я куда? Собираюсь. На какую-то вышку. Ой, здорово! На нем, кстати, тоже гранаты. О! Гаси. Как это было близко. Близко и опасно. Так, тут чего? Тут у нас деньжата. Так, патроны винтовочные. Зачем? Это на что он нам намекает? Так, тихо, ой, не то. Это нам, походу, на что-то намекает на то, что мы должны взяться за винтовку и отсюда кого-то прострелить. Только кого, я пока не знаю. Так. Я вроде бы никого не вижу. Не, ну реально, что-то никого не видно. А, вон, подожди, что-то вдалеке кто-то стоит. Да блин, зачем ты так сделал? Возьми обратно. Так, ну-ка, ага, вон там кто-то стоит. Сейчас мы его подобьем. Во, хорош, приятного полета, как говорится. Так, ты там что встал? Ну-ка, очки. Опачки. Хорош. Так, теперь кого? А больше некого, по сути. Я больше никого не вижу. Ну, вроде бы все, ну ладно. Со всеми разобрались, тогда пойдемте отсюда. Куда-нибудь подальше. Так, 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 так. Еще ящики. Видите, как много ящиков. И много всякого полезного лута там.
хоронят. Так, травушка-муравушка, давай-ка ты меня-ка подлечишь-ка, вернее, я сейчас нас подлечу. Спасибо. И сейчас я возьму вот эту травушку-муравушку. Так, ну спасибо, блин. Я же ведь хотел ее взять. Ну ладно, бери тогда ты. Ты же ведь бот, ты у нас все автоматически делаешь. Все всегда в крайне важные моменты, поэтому я буду тебе доверять. Во всяком случае, так скажем. Так, а куда нам вообще с вами нужно идти? Так, по карте нам нужно идти куда-то вон туда. Только куда? И, ой, япона мать, как это было внезапно, блин. Шавки выскочили. Где вы там? Уйди. Тихо. Спокойно. Взбираемся. Не дури, блин. Шел. Давай быстрее сюда. Пока они тебя не загрызли. Так, еще и эти черти приперлись. Уйди. Тихо. Где ты там? Где ты там, срань господня? Куда ты там спряталась? Слышь? Где она? А, она сюда, что ли, запрыгнула? Да вроде бы нет. Так, а эти что, упыри-то? Эти-то что ходят? Слышь? Парень, ты что там делаешь? Ты что там лег? Вставай, ты на работе, ты должен тут что-то разгружать, раз это грузовой такой корабль. Так, а ты там что? Ты что мне язык типа показываешь? Ты что, офигел, что ли? Это некультурный, чувак. Так некультурно делать. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Давно вот эту хрень я не видел. Давно я не видал этот сраный, вонючий, блин, Лас Плагас хренагас. Уйди. Так, тихо. Надо перезарядиться срочно. Давай. Перезаряжайся быстрее. Я опять начинаю заговариваться. Так, ты, тварь, уйди. Хорош. Минус. Так, что дальше? Вроде бы все успокоилось, но нет. Потому что музыка до сих пор продолжает играть. А вот это что-то мне не нравится, это меня напрягает, если честно. Так, тут чего у нас? Так, чё? О, нихрена, здорово, жиробас, блин. Так. Ты чё, блин, офигевшую совсем. Уйди. Блин, твою ж, не вижу. Всё же шава. Бежим отсюда. Быстрее. Валим в наш вот этот вот безопасный закуточек. Быстрее, шава. Быстрей. О, японский бог войны, чё вас как много. Так, ты, жиробасина сраная, сдохни, хорош. Так, надо бы как-то вот этих вот подорвать, только я не понимаю как. А, вот так можно. А, не, нельзя. Все равно что-то мы не пойдем. Так, сдохни. Есть, отлично. Так, чё стоит эту тварю делать? Так, Шелла, ты можешь патрон подобрать? Нет, не можешь, жалко. Так, да слышь ты, тварь, сдохни там. Сдохла? Есть, хорош. Так. Шива, ты как бы понимаешь, что то, что ты говоришь, перезарядка, это не особо какой-либо смысл дает. Я только узнаю, что ты перезаряжаешься и ничего не можешь толком сделать, то есть стрелять не можешь. Так, ты, тварь, уйди! Ой, блин, чуть не набросился на меня. Охренеть, да это прям как какой-то лицехват из Чужого. То есть она могла бы сейчас на меня наброситься, и меня бы вот так вот своим этим громадным раздвоенной вот этой вот хренотенью, типа что-то челюсти каких-то, взять, захватить все мое лицо и сожрать, наверное, мою голову. Ну, то есть откусить тем самым. Так, уйди! Тихо. Так, надо уже патроны для дробовика экономить, а то я что-то больно их уже много потратил. Да. Так. Что я там с него выпало? А, деньги обычные. Ну да ладно, это тоже хорошо. Так, тут чего? Тут у нас с вами патрончики. Подбираем. Так, а эти она может подобрать? Так, нет, не может. Так, я сейчас вот так вот сделаю. Спасибо. Вот так. Теперь как делаем? Теперь делаем вот так обратно. Вот меняем на гранатомет. Спасибо. Во. Так, теперь вот так. И теперь давай-ка сделаем сейчас мы с тобой вот так. Перезаряжай наш пистолет. Чудо-пистолет. И делаем вот так вот. Спасибо. Теперь подбирай вот эти. Да, вот, все, отлично, хорош, как мы хорошо отделались с этим. По сути, можно идти дальше. Так, тут чего у нас? Так, там у нас что? Фиг пойми чего. Там ничего у нас с вами нету, значит, нам нужно идти в другую сторону. Так, тут чего? Тут у нас граната зажигательная. Блин, наверное, полезная штуковина. Ну как полезная? Мы ими не особо, конечно, пользуемся. Так, это у нас что такое? А, нифига себе. Какой-то подъемник. Или это типа дверь такая?
Не знаю, а тут у нас тогда что? Так, тут вроде бы как ничего. Ладно, тогда пройдем вот здесь. Контрольная точка. Нормально. Я не знаю, кстати говоря, что дает контрольная точка. По-моему, она дает вроде как чекпоинт. То есть, если ты там, например, выйдешь вот сейчас, на данный момент, выйдешь из игры в настоящий момент, то ты потом можешь наладить кое-что у себя там в инвентаре, что тебе нужно, и потом ты начнешь как раз-таки отсюда. Но если ты из самой игры прям вообще выйдешь в операционную систему Винду, то потом тебе придется опять эту главу по новой проходить. Да, то есть прежде чем выйти из игры, нужно выходить в само меню этой игрушки, для того, чтобы потом появиться вот здесь вот, на контрольной точке, я так понимаю. Так, тут у нас еще дверь какая-то забаррикадированная, наверное, на каком-то кодовом замке, возможно, осмотреть. Дверь закрыта, нужна магнитная карта, чтобы ее открыть. А, ну понятное дело. Да, только где бы нам эту магнитную карту раздобыть? Возможно, у какого-нибудь она, скорее всего, мини-босса, возможно, будет. Ну типа, почему бы и нет? Так, это что такое? Ящик, опять что ли его двигать? Толкнуть. А, ну естественно же, я один не смогу. Чё-то немножко какие-то пошлые звуки. Ну вы поняли, короче говоря. Так, тут у нас что, так, 28 минут. Чё такое? Кто тебе разрешал нажимать? Ты чё наделал-то, слышишь? Ты нахрена в клетку её загнал? Я как буду справляться без неё? А, так она, наверное, вроде бы как немножко меня прикрывает. То есть она стреляет. Так, чё такое? Винтовочные патроны. Ну давай тогда винтовкой попользуемся, типа, почему бы нет, давай. Опачки, хорош. Так, что там такое выпало? Что-то зелененькое, что-то хорошенькое. Так, автоматные патроны, блин, тогда мне придется попользоваться немножко автоматом. Тихо, отходи, блин. Как меня бесит эти гребаные вот эти метатели гранаты, они просто реально раздражают. О, Дима, мудак, а. Так, нихера себе, это что такое? Твою же ж мать, твою ж налево, это что за говно? Что это за ходячее говно? Уйди, отойди от меня. Так, а что там этот до сих пор сидит? Блин, а это фигово. Тихо. Спокойно, оббегаем, блин, что с этим уродом-то делать? Я не знаю, что с ним делать, куда он пошел? Уйди. Ну ты сдохнешь, нет, а? Срань господня, блин, сдохни уже. На. Есть, вроде как сдох. Да, слышу, что сдох. Отлично, так, теперь осталось нам ликвидировать вон того еще мудака, который кидается своими странными гранатами. Тихо, спокойно. Главное, чтобы он до меня не докинул. Так, слышь, ну перестань кидаться, блин. Тварин такая, о. Так, что с ним там происходит? А, он просто надувается и взрывается. Охренеть, он походу обожрался какого-то фастфуда. О, магнитная карта от крана какого-то. Ага, значит, мне придется как каким-то кранчиком управлять. Так, в смысле, что ты мне показываешь? Кнопка? А чё, мне нужно в нее стрелять, что ли? Ну-ка. А, вот оно чё. Ну, ясно, понятно. Кстати говоря, золотое яйцо. А, фу, ты золотое. Тухлое, я думал золотое. А ведь я однажды в этой игре видел золотое. Но это за кадром было, поэтому вы это не видели у меня. Это когда я кучу всяких патронов там еще что-то себе фармил для того, чтобы дальше можно было пройти. Хотя дальше все равно как-то так сложно становится. Так, ну чё ты там? Засело. Как тебя там выпустить-то? Что-то я даже не знаю. Так это, наверное, вот на этом сраненьком кране, что ли, сбросили эту клетку на нее и накрыли так сильно. Так, может, мне куда-то назад нужно идти? Так, мне бы, блин, подлечиться, а лечилка-то только у нее причем две лечилочки. Это как-то не очень хорошо, это мне сейчас придется очень осторожно играть. Использована магнитная карта от крана. Хорош. Значит, это путь к самому кранчику. Сейчас мы будем как кранчики какие-либо управлять им. Отойди! О! Твою ж дивизию, япона мать, как сейчас повезло-то мне. А если он бы сейчас бы меня бы подорвал бы, я бы сейчас бы сдох, наверное, бы по-любому. Вот всерьез вам отвечаю. Так, опачки, вижу кого-то еще. Кто там стоит? Так, кто-то сзади подступает. Да вроде бы нет, показалось. Так, ну что ты там засел, твареныш? Вернее, что ты там застал? Что ты там стоишь? На-ка нафиг. Вот и все.
По сути, нам он уже не мешается. Так, патроны у меня есть еще. Вроде бы как всего хватает. Сбираемся. Так, ой, там кто-то на нее напал. Там на нее эти сраные собачатины, шавки напали. Ой, японский бог войны. Что ты будешь делать-то? Так, спокойно, прикрываем ее. На-ка нахрен. Сдохла. Хорош, отлично, вот это у меня мощная снайпа. Так, теперь чего? Теперь мы с вами... Так, ой, кто-то идет, идет, тихо, спокойно. Так, кто там? А, это этот, с шокером, дурачок. Он что-то там встал. На-ка, хорош, минус голова. Так, теперь что? Блин, она там лечилку использует. Ну зачем ты использовал? Лучше бы для меня бы сэкономил бы. Так, потянуть рычаг. И... Ага, вот оно что, ну блин. Да не за что, обращайся. Так, о-о-о-о. Куда это я поехал? Нифига себе, какой громадный. Двухсторонний, ты посмотри, двухсторонний кран. Сбросил какую-то другую сторону лечилку. Не-не-не, не используй, не используй. Зачем ты это делаешь? Стой. Так. Ой, там кто-то сзади. Ты куда полезла, слышь? Это она там пробежала. Так, лечи, спасибо. Так, а там еще эти шавки бегают. Так, нам нужно как-то сейчас быть поосторожней. Сдохни, срань господня, сдохни. Есть. Зашибись. Так, а там еще одна. Зачем ты ее запускаешь? Не надо, блин, это так было делать. Уйди. Есть. Блин, и коллаж довольно-таки тоже неплохая штука. Не зря я его тоже прокачивал, как и эту же винтовку СВДшку. Да вообще, любое наше русское... Да я знаю, что ты без меня дальше не пойдешь. Ты никуда и не ходи, я тебя не просил никуда одной ходить. Так что дождись пока что меня, пока я тут залутаю то, что мне нужно, и сейчас приду. Ну так вот, о чем это я говорил. А, любое наше русское оружие, оно очень мощное. Абсолютно любых играх. Так, нифига себе, что это такое сейчас подобрал. Мне показалось, что я какое-то золотое яйцо подобрал, а, наверное... Нет, наверное, скорее всего, какой-то кристалл, что ли, подобрал. Ну да ладно, тоже неплохо, почему бы и нет. Так, гранатка. Так, кстати говоря, у нее патронов уже нифига от пистолета не осталось. Она сейчас будет пользоваться моим бывшим немецким любимым автоматом. Так, контрольная точка. Хорош, прыжок. Тут чего у нас? Ага, патрончики. Так, что происходит? Ой, а там на ней... Нихрена себе, там на нее какие-то жрабасы напали. Слышь, вы что творите? Слышь, ты что, обезьяна, лазишь тут по этим, по контейнерам каким-то железным таким, грузовым. Умри, сдохни. Да что ты будешь делать-то? Чуваки все жирные. Жиртресы. Еще один как обезьянку отполез. Он так еще забавно падает. Во! Зашибись. Так, теперь чего? Драгоценный браслет. Топаз. А, так это топаз был. Вот оно что. А я думал, мне показалось изначально, что это было золотое яйцо. Хотя какое золотое яйцо? Золотое яйцо несут куры. А где здесь куры? Вы здесь видели вообще каких-либо кур? Вот я их здесь, если честно, не видел. Значит, их тут нет. Значит, тут не должно быть этих золотых яиц. По логике вещей. Так, а ты что? А ты не можешь вот эти же патроны подобрать? Блин, она, наверное, не может, скорее всего. Ну да ладно, так. А что делать-то дальше? Так. А, вот оно что. Нужно подниматься, понятно. Так, пистолетные патроны не могу подобрать. Все место, как всегда, подзабив. Патроны с картечью, блин. Как так-то? А у меня же патроны еще для магнум, у меня же еще и гранатомет. Ой! Ты че? Барбосина, хреносина. Ты что здесь делаешь? Что здесь забыл? Уйди. Куда ты там ушел? Куда ты? Слышь? Эй! Ты куда там попрыгал? Алло! На! Да я же попал в него! Во, все! Хорош, помер сразу. Так, а что дальше? Куда нам дальше идти? А, вон, я, по сути, уже вижу свой пункт назначения, так скажем. Он там отображается у меня на карте. Так, нажать на кнопку.
Боюсь, это какая-нибудь... Тихо-т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 ихо
Вы чё, охреневаете, что ли, надо мной? Нет, а? Сраные шавки, как вы меня достали уже, блин. Твою ждите, я аж немножко пересрал, если честно, скажу я вам. Извиняюсь за выражение. Так, открыть. Ех, нифига себе, какая награда хорошая. Так вот тут... Вот чё он тут охранял. Так, лечилка не могу подобрать, обидно. Лучше буду пользоваться калашом, потому что у меня к нему дофига патронов. Да и по сути это пушка у меня очень мощная. Спокойно, там кто-то сзади кто-то появился. Так, кто-то там. А, еще один, блин. Это, блин, мутировавшие собаки, блин. Мутировавшие черти, мутировавшие барбосы, блин. Сдохните. Сдохни, шавка. Так, там что-то тут еще что ли появился? Да вроде бы нет пока. А! Твою ж дивизию, какого хрена вообще? Ты там делаешь? Уйди! Уди, уди от меня, тварь. Да ёк-каламане, откуда вас тут столько взялось? Так, не-не-не, за дробовик. Ты чё там бегаешь? Сдохни, тварина, блин. Сдохни ты, двухголовая чертина. Да откуда? Откуда они там берутся? Все? Или еще полезут сейчас? Да нет, вроде бы все закончились. Так, ну ладненько. Так, а чё нам... Чё там у нас подруга-то делает? Чё она там встала на одном месте и ничего не делает? Чё-то я фиг его знает, если честно. Так, а, патроны. Блин, а у меня нифига уже места не осталось. Ну да ладно, что ж теперь. В следующей главе тогда мы с вами запасемся еще патронами на всякий случай, если эти же закончатся. Так, она, кстати говоря, к нам уже бежит. Вон, я вижу, она там уже пошевелилась. Правильно, правильно, беги сюда, ко мне, мать. Ты будешь мне помогать. Так, ну что, давай тогда уже, по сути, отсюда выбираться, потому что я уже ничего здесь такого хорошего не вижу. Делать тут вообще нет смысла, наверное, поэтому давай уже дальше. К нашему пункту назначения, который я уже заметил, вон на карте там моргает, я вижу. Так, давай сюда, подруга. Сейчас не могу. В смысле не можешь? Как так-то? Алло. Какого фига? Подожди. Чё-то я не понял. А что она там делает? Чё у нее там не получается? Какие-то препятствия, что ли, преодолеть? Ты чё? Э, мать, ты где? А, вон она. А, так вон оно что, ёперный ты театр. Ой, извиняюсь, выражение, блин, странная отрыжка, что ты будешь делать? Кстати говоря, нужно попить ненадолго. А то у меня, блин, а то у меня хрипнет горло, как всегда. О, как я напился-то. Все, так. Чё дальше? Так, теперь мы с вами... Так, ну чё ты там? Чё у тебя там за проблемы? Скажи мне, пожалуйста, а, Шива. Что ты не можешь делать? А, так тебя тоже надо поднять. Ну окей, давай, почему бы и нет. Так, и... Ой, а чё с музыкой-то? Чё со звуком, блин? Чё-то у меня сейчас на время, на секунду пропал и появился. Чё за фигня, я не понял. Так, а, теперь мне тоже нужно, чтобы подняться так, да? Ну окей. Давай, сейчас мы это сделаем. Так, а что она там делает? Ну-ка. Опачки. Так, а блин, а как тут мне забраться? А, во, лестница. Вот, блин. Я что-то сразу ее и не заметил. А, так я же по ней взбирался, что я туплю так особо сильно. Так, ну окей. Давай, поднимай меня. Мать. Ты что там? Ты на что там упялилась? На что ты там уставилась? Поднимай меня. Ну? Ну? Давай, поднимай. Так. А чё ты меня не поднимаешь, ты слышишь? Да блин, ну что за тупёж такой пошел, блин, уже почти полчаса мы тут возимся и никак не можем разобраться с тем, куда нам нужно идти, блин. Что ты будешь за такое-то делать? Так, ну ладно, короче говоря, сейчас я разберусь, что мне нужно сделать. Ну неужели, вот что-то сработало. Короче говоря, нужно было сначала ее подкинуть. Ой, тихо, спокойно. Уйди, уйди от нее, тварь. Уйди от нее, тварина. Сдохни нахрен. Хорош. Нужно было сначала ее подкинуть, а потом... Потом меня она подкидывает, короче говоря. Или наоборот. Не, по-моему, наоборот. Сначала она меня подкидывает, потом я ее подкидываю. Да, вот так как это сработало. Но, блин, как же я, если честно, с этим немножко запарился. Так, иди-ка сюда-ка, подбери-ка патроны. Ясно. Во, зашибись. Теперь вот эти подбирай. Подбирай. Давай, иди сюда, подбирай. Во, молодчина.
Вообще хорош. Так, а там у нас что? Там мы с вами вроде бы как все обыскали или нет? Вот здесь вот. Что это за место такое? Ну-ка. А, нет, тут что-то есть. Какой-то ящик. Что в нем такого? А, патрон для пистолета. Иди давай, сюда. Окей. Подбери. Быстрее давай. Не тяни время. Пока я тут бороду немножко свою почешу, которая у меня уже вырастает потихоньку. Из-за этого у меня начинает подбородок чесаться. Из-за этой бороды. Ой. Так, возобновляю таймер. Подбери, и мы продолжаем дальше. Во. Неужели? Я что-то слишком много в этой серии слов наболтал, поэтому я буду сейчас поменьше говорить, чтобы у меня меньше хрипло горло. А то это, если честно, мне не нравится, как оно у меня хрипнет. У меня оно начинает болеть. Так, вот. Это, суть по всему, выход. Да, хорош. Фух, отлично. Прям замечательно. Наконец-таки мы нашли отсюда выход. Вернее, это уже, да. Это уже сейчас у нас с вами пойдут внутренние помещения. Нам там с вами тоже, скорее всего, сейчас придется воевать. Вот по-любому отвечаю. Так. Давай-ка ты возьмешь-ка травушку-муравушку. Мы с тобой немножечко подлечимся. Давай. Сейчас я сделаю вот так. Да, вот так вот. Сейчас вот так вот. Теперь, что мы делаем? Ага. Спасибо. Так, теперь перезаряжаем вот так. Теперь мы подбираем вот эти патрончики. Теперь мы с тобой подбираем... Вернее, делаем сначала мы с вами вот так. Отдаем все эти патроны. Да, спасибо. Вот теперь делаем вот так, вот так. И теперь делаем вот нужный так. Спасибо. Да. И все, по сути, теперь можно сделать вот так. За мной должок. Вот так. За мной должок. И вот нужный так. Бери. Да. Спасибо. И эту гранату бери, пускай она возьмет. Мы, если что, потом будем ими пользоваться. Да. Громадное место. Уже полчаса, наверное, почти я с этим провозился там, с брождением по открытым местностям. Окей. Так, еще вот патроны. Ясно. Хорош. Так, о, нифига, у нее уже максималочка. Ну да ладно. Спуск. Этот танкер огромный. Попробуй найди тут Вескера. И не надо. Как только он узнает, что мы тут, он сам нас найдет. Откуда ты знаешь? Скажем так, мы старые знакомые, и он не из тех, кто легко прощает обиды. Похоже, ты ему чем-то здорово насолил. Боюсь, насолил — это слишком мягко сказано. И не посвятишь меня в подробности? Может быть. Но сначала разберемся со всем этим. Договорились? Ладно. Но я тебе напомню. Угу. Пистолетные патроны. Так, а мы подобрать их не сможем. А, так мы можем, по сути, с тобой, знаешь, как сделать? Можем, по сути, сделать вот так. Эти патроны мы... Блин, нет, да вот эти же, вот эти, которые самые малюхонькие. Каплюшка прям. Мы их сейчас выбросим. Или по-другому выкинем, что не важно, что одно и то же, в принципе. Слова-синонимы. Так, тут чего? Ага, еще патроны. Эти пускай она подберет, эти я подберу. Так, и все, она уже все, свой пистолет зарядила полностью, поэтому у нее ничего не осталось. Тут у нас что такое открыть? Нифига себе, какой-то новый дробовик. Бери. Давай, почему бы нет, подбирай. Во, хорош, зашибись. Так, все, теперь можно идти дальше. Камера иногда ездит из стороны в сторону. Это мне что-то немножко не нравится, если честно. Так, опа, кат-сцена. Стоять! Что тут происходит? Вас двоих это не касается. Твоего мнения никто не спрашивал. Говори! Расскажи нам все, что знаешь, и не получишь пулю. Где Вескер? Если будете хорошо себя вести, может быть, и скажу! Она крута, надо отдать ей должное. Что это такое?
Крис, это... Что бы это ни было, Excel, оно очень дорого. Что-то она еще нам постоянно как-то говорит, как будто мы маленькие дети. То есть, если будете вести себя хорошо, то, может быть, и скажу. Но это что за такое? Это реально как общение с маленькими детьми. Но мы не маленькие дети, мы взрослые люди. Нам на это наплевать совершенно, на ее ишние эти слова. Так, смотреть. Опять тут эти цветы. Да сколько можно изучать цветочки в конце концов? Да, согласен. Может быть, из них как раз-таки вирус сделать, типа, почему бы и нет. Так, тут у нас что? А, еще патроны. А мы их подобрать не сможем. Да, у нас все подзабив. А есть еще что-нибудь такого полезного? Вот вижу, есть травушка-муравушка. Так, подожди, что-то появилось. А, включить. Что-то такое. А, опять что ли какие-то данные? Дневник ученого Триса Мигеля номер 2. 8 мая. Наша нынешняя цель — создать вирус, который превзошел бы потенциал вируса G и T Вероника. Или Т Вероника, наверное, так, скорее всего, правильно будет. Необходимо отсеять экстремальные мутации, атрофию, ВНД, нестабильность. Нам сказали не тревожиться насчет уровня отторжения, но даже при таких условиях преодоление названных трех проблем — большая задача. Разумеется, все это составляет проблему только для рядовых ученых. Я уже на пороге устранения двух проблем. Третья оказалась позаковыристее, так что, возможно, придется прибегнуть к альтернативным методам. Иногда моя гениальность пугает меня самого. Триса должна благодарить Бога, что я работаю на нее. Зря ты, конечно, на нее пристроился. Это, по-моему, вообще компания, которая как раз-таки и производит этот вирус. Да не то чтобы этот вирус, я имею в виду Ураборос, который, ну и многие, возможно, другие вирусы, осмотреть. Электричество есть, но он не включается, возможно, там какая-то блокировка. Почему бы нет? Так, это что у нас? Осмотреть. Дверь закрыта, и открыть ее невозможно. Так она туда же утопала, да? Ну, вроде бы как. Почему бы и нет? Так. Травушку-муравушку подобрать не сможем, жаль. Так, надо будет этот дробовик отложить новенький, который нам место, блин, занимает. Так, отсюда мы с вами пришли, по-моему, так. А нам вот сюда, да? Ну да. Так, опачки, опять вижу этих военных чертей. Сейчас мы будем с ними сражаться. Так, а это у нас что? А, это у нас... Я думаю, это первый этаж. Так, я вижу одного. Сейчас мы попробуем его по-тихому нейтрализовать с винтовочки. Как меткие, скромные... Снайперы какие-либо. Так, на, хорош. Так, теперь что? Теперь, где у нас следующий? Так, вон еще одного вижу. Так, сейчас мы его отсюда нейтрализуем. Так, ну давай. Сейчас. Вот так вот. Тихо. Ну что там? Ну что там, ржешь что ли? Чувак, ты над чем ржешь? Хорош ржать уже. Так, все. Вроде бы как все. Или еще кто-то где-то стоит. В смысле? Какого хрена, слышь? Я же все по-тихому хотел сделать. О, японский бог войны. Вот как всегда. Тихо. Тише. Кто? А, ты что ли? А, ты дрянь такая там, приныкался. А я его и не заметил с первого раза. Наверное, это из-за него. О, он, скорее всего, всю эту контору спалил. Так. Тихо. Кто там еще стреляет? Ага, вижу. Так. Ну, качки. Так. Давай, прицелимся. Эть! Хорош! Попал и что-то взорвал, кстати говоря, ни хрена себе. Что-то там загорелось, пожар вон, прикинь. О, видал? Так, во, еще один. Тихо. Ну-ка. Блин, я отсюда в него не попаду, потому что это мне забор сраненький мешает. Давай, на! Есть, блин, еще этот плага с хренага, сдохни. Офигеть, три выстрела надо для того, чтобы его захреначить. Ага, вон еще один вижу. Давай. Что там приныкался? О, опять он акробатики какие-то вытворяет. Да, блин, что ты будешь делать-то? Ну ладно, побежали. Я надеюсь, что с нами ничего не случится. Надеюсь, что мы сейчас все нормально, быстренько пройдем. Так, давай. Давай. Так. На-ка нахрен, блин, надо было хедшот. Во, естественно же, метка. Да не то чтобы метка, это прям вообще замечательно. Так, а прижаться можно? А, можно, хорош. Это же ведь укрытие. Так, ну что, чувак, давай. Опачки, хорош! Сразу прям. Да. Так, теперь чего? Спрыгиваем и идем дальше. Так, ну что, все?
вроде бы как все. Но почему-то музыка опять до сих пор играет. А, не, не все, ни хрена себе. Откуда ты тут взялся, слышь? Уйди. Ой, 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 игра. Нихера себе, вот это они сейчас дали жару. А откуда они там дали? Откуда? А, вон, блин, еще и оттуда появился. Офигеть, откуда ты там взялся вообще? Так, кто-то у нас там еще остался. Кто-то оттуда что ли кидал или откуда там еще кидал? Я что-то его не вижу. Так, а, вон он. Вон он, где кидает. Перестань кидаться. Ой, 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 отходим. Блин. Собака, ты такая сутулая, блин. Ненавижу тебя, блин. Бесишь ты меня, паскуда, блин. Ты гранатометчик, блин, хренов. Гранатометатель, хотел сказать. Да, блин, да как так-то, ну... Долбаные гранаты, перестань ими кидаться, блин. Срань господня твоя, сдохни, блин. Упырёныш. Не заставляй меня бомбить и психовать, как в предыдущий раз это было, блин. С спасением нашей бывшей напарницы. Так, кто еще там кидался? Я ж кого-то еще видел. А, вон оно чё. Да, блин, ну откуда они там пришли? Ну не может такого быть, что они откуда-то сзади пришли. Мы же сзади, когда проходили, там никого не было уже ведь. Чё за фигня, блин? Чё за нелогичность какая-то такая? Да ёперный ты театр, откуда вы же там беретесь? Ну сколько можно? Это чё за такой хардкор? Это уже нереально как-то становится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты какого хрен сюда пришел? Блин, грёбаный мудень с щитом, уйди от нас. Уйди, говнина. Есть. Твою мать, какая напряженность. У нас ни лечилка, у нас вообще толком ни хрена нету. Что мы будем делать-то? Сдохни нахрен. Сдохни ты тоже. Блин. Пошел нахер со своим плагосом, хренагосом. Ублюдина. Да вот как? Объясните мне как? Зачем ты высовываешься туда, блин? Зачем ты? Вот зачем? Зачем ты сейчас здесь сейчас стоишь? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты здесь стоишь? Ты меня так бесишь. Тебя сейчас захлещут, блин, как следует. Как, блин, щенка, как ребенка, блин. Не надо туда лазить никуда. Так, тихо, спокойно. Да что ты шатаешься, блин, сраный алкаш. Не дает мне еще, блин, в него как следует попасть. Опять, вот опять, опять эта бомбежка сейчас начинается. Ну сколько можно, объясните мне, сколько можно пихать этих гребаных врагов? И тут до хрена, их тут вагон, блин, их тут еще больше, чем за прошлые разы, когда мы с вами столкнулись еще до момента встречи с главным спасатом этой игры, так скажем. Я не знаю, было ли сохранение или нет. Нам надо, как бы, уже пора заканчивать. Так, кто там еще стреляет? Я никого не вижу. Так. У нас с вами еще 3 минуты есть. Ну окей. Так, ты что творишь-то? Дурачок, что ли, совсем? Так, подожди. Я сейчас сделаю по-хитрому. Я сейчас, короче говоря, кину в него гранату, чтобы он, блин, подоросся там нафиг и понял свою ошибку, с кем он сам связывается. Так, как бы так кинуть-то? По сути, я должен как-то вот так вот кинуть. Она должна отскочить. И, да, вот его подорвать. Он там подорвался, да? Ха-ха, лошара, блин. Он даже не сумел убежать от гранаты. Вернее, сообразить. А, не, он же живой. Да какого хрена? Сдохни, сдохни, говнина. Есть. Ой, ебана мать, как это все сложно. Под конец уже игра так сильно начинает напрягать. И временами бесить тоже. Так, а, вот, травушка-муравушка, хорош. Так, иди сюда, сейчас я тебя подлечу. Спасибо. О, хорош, зашибись, замечательно. Все очень хорошо, так. Спокойно, здесь я возьму за дробовик, а то сейчас нам тут по-любому вблизи придется биться. А, не, подожди, можно вот так вот сделать. Уйди, уйди. Срань господня, о. Есть. Так, теперь. Сейчас возьмемся вот так вот. Потихоньку прячемся, главное, чтобы нас никто не спалил. Так. Ой, уйди! Хорош! Так, теперь что? Теперь что? Так, там у нас есть кто? А, во, вижу кого-то. Так, сейчас мы тебя подбьем. Уйди! Ни хрена себе! Тихо-тихо-тихо, отходим, отходим, отходим. Шеву-шеву-шеву, отходим! Это же ведь тварь, она, блин, очень сильная, давай! Иди сюда, тварина.
Подыхай, подыхай. Хорош. Зашибись. Так, теперь что? Патрончики. Вообще кайф. Кстати говоря, я что-то пистолетом не пользуюсь особо. Надо им попользоваться. Кстати говоря, у меня очень много свободного места появилось. И, кстати говоря, что-то я не пользуюсь гранатометом. Мне реально надо было попользоваться им. Так, дай-ка мне как гранатомет. Спасибо. Сейчас мы попробуем на кого-нибудь... На ком-нибудь испытать. Так, ой! Уйди, уйди, уйди. Так, ты что такое? Что за... О, опять эта хреновина, да ну нафиг, слышь. Твою же ж мать, а. И что нам с ней делать? Может, мы как-то его... Как-то ее по бариту сможем оббежать? Да ну вообще ее нафиг, мы ее... Я, ведь как только с ней столкнулся, я вообще, блин, аж... Мурашки у меня, блин, по коже пошли, я, блин, аж... Вообще как охренел над ней. Она, наверное, очень опасная и очень, блин, живучая тварина. Так, что мне с ней делать-то? Где она там? А там снизу где-то? Если она там где-то снизу, то мне придется ее оббегать. Так, или она не идет сюда? Где она там? А вот она! Все, 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 бежим, 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 шелу, шелу, шелу. Быстрее бежим, бежим, не обращай на нее внимания. Валим, 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 давай, 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 давай. Вот, 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 правильно, 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 правильно. Так, теперь взбираемся. Хорошо, что она не умеет взбираться. Это большой плюс нам добавляет в этой игре, как бы. Так, контрольная точка, хорош. Так, опачки, нифига ж себе, сколько гранат. Так, теперь что? Ага, патроны. Так, красная травушка, мы ее с вами подобрать не сможем, потому что у нас все хреновенько со здоровьем. Так, теперь чего? Так, что такое? Япона мать! Ширтрес с миниганом, вы чё, серьезно что ли? Твою ж налево! И чё делать? Так, о, укрыться, укрыться, быстрее, быстрее, укрывайся! Чё нам с этой тварью-то делать? Так, спокойно, сейчас и... Да-да-да, я знаю! На, лови, тварь! На! 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 Спокойно, 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 тихо! На! На! На, лови, ублюдок! Тихо-тихо, спокойно, прячемся, прячемся! Шева, прячься! Тихо-тихо-тихо-тихо! Умри! Умри, мразь! Давай же, ну же! Да подыхать-то уже, ублюдок! Что ты какой живучий-то? Так, тихо, спокойно! Магнум! За бой берется магнум! Так, тихо-тихо! Умри! Тихо-тихо! Не-не, гранаты сраные свои кинул! Тихо-тихо! Уйди! Хорош! Так, теперь что? На! Вот так-то нахрен, понял? Ключ, карта танкера. Ау, какое напряжение. Какое напряженность. Вы не представляете, что здесь, блин, творится, что здесь происходит. Офигеть, какие уже опасные враги появились. Еще с миниганами, блин, какие-то жертвесы. Так, подожди. А, подожди, я же вспомнил. Так, о, лечилочка. Блин, места нету, что будет. Так, ну-ка дай-ка мне вот это. Ага, вот так вот сейчас сделаем. Так, блин, один патрон лишний остался. Тогда мы, знаешь, что сделаем? Так, а, подожди, я же могу вот так вот сделать. Да, вот так. Теперь вот еще одну гранату, чтобы скомпоновать. Вот, теперь вот так. Теперь вот так. Давай, лечи нас. Лечи, 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 лечи. Хорош, зашибись. Так, теперь, о, еще одна лечилка, зашибись. Так, еще лечи. Спасибо. Действительно, так, теперь что? О, сенсорная мина. А, наверное, для того, чтобы этого жиробаса валить. Кстати говоря, я вспомню, что этот жиробас, он еще был в прошлом резиденте, то есть в четвертом резиденте. Помните, когда мы с вами заезжали на лодке какой-то... На какой-то остров, что ли, если я не ошибаюсь. Если мне память не изменяет, то мы с вами столкнулись с таким же жиробасом с миниганом. Ну это охренеть вообще как. Какая эволюция, как тут все происходит. Причем у него какую-то еще заметили, какой-то... Какая-то громадная коробка с боезапасом сзади появилась. Вообще обосраться просто, извиняюсь за выражение. Но у меня просто слов нет насчет этого. Так, еще лечилочка. Так, а что нам с вами сделать? Так, нам надо лучше бы, я думаю... Так, дай-ка мне, пожалуй, вот эти патроны. Ага, спасибо. Так, теперь мы сделаем вот так. Опять мы... Давай, нафига ты вообще эту мину подобрал? Давай мы ее выбросим нафиг. Она нам не нужна. Так, выкидываем... Так, и берем еще одну лечилочку. И опять же таки лечимся, чтобы освободить нам местечко немножко. Во.
Зашибись. Как же я вовремя сейчас сориентируюсь и успел собрать то, что нужно этого жиробаса валить. То с гранатомета, то с револьвера вот этого. Я его взял и захреначил просто нафиг. Да, эти две пушки у меня довольно-таки мощные. Так, спрыгнуть. Коробки. Ага, еще патрончики, перезарядочка, еще для винточки. Вообще кайф. Так, теперь чего? Так, это у нас еще такой, еще один какой-то сейф открыть. А, еще одна карта, да ладно, ключ, карта танкера Б. Или В. Я не знаю, это то ли по-русски, то ли по-английски. Да, скорее всего, по-латински, возможно, типа А, Б. Как это всегда обычно происходит. Или А, Б, это по-английски. Так, мина. А нафиг она нам нужна? Мы и так уже справились с этим. Вот этим здоровым, жирным гуманоидом, блин. Еще назовем его так, потому что он, блин, зараженный, наверное. Так, использовать карту, ну окей. Так. У нас вообще как бы время вышло, но я все равно поиграю еще чуть-чуть немножко. Потому что нам нужно побыть все это доводить до конца. Так. Ёпана мать, опять этот, блин, эти сильные враги еще с ракетницей. Да вы че, серьез, угорайте? Так, где мой автомат? Уди, 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 сдохни, сдохни, тварина, сдохни, сдохни. Так, 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 во-во-во, тихо, 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 спокойно. Отходим! Тихо, тихо, тихо. Оу! Ни хрена себе, блин, поворот событий. Да вы что, угораете, что ли? О-о-о, уди, 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 тварь, уди. Тихо, умирай, умирай, дурачок. Есть минус, так. Блин, еще какие-то странные пауки, откуда они тут вообще летелись? Лечи, 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 лечи. Так, травушка, муравушка, блин. Спокойно, спокойно, уходим, 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 уходим. Не-не-не. Тихо, 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 тихо. О, твою ж дивизию, что же происходит-то там такое? Так, блин, надо срочно лечилку каким-то образом подобрать. Так, что бы нам сделать-то такого? Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Ой, ой. Что творится, что происходит? Кто там стреляет-то? А, вот ты засранец, да? Вот ты тварь такая, конечно, такая же, блин. Тихо, 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 спокойно. Кто там еще стреляет? А, ты что ли еще? Сдохни, тварь, блин, ну еще какой-то странный бронежилет, и ну же. Есть, фу-ху-ху-ху-ху-ху. Наконец-то, блин. Так, о, спокойно, спокойно, блин, как напряженно, вы представляете, вот какая просто жесть пошла прям в конце игры, я аж охреневаю над этим. Ну да ладно. Так, теперь чего? Это мы разрушаем, это мы подбираем, так, это мы с вами перезаряжаем наш вот этот вот... Как его называют? Автомат. Чудо-автомат. Чудо-калаш. Так. Охренеть. Так. Перезарядочка. Теперь это мы отдаем ей. Вот на эти патроны. Так. А там еще эти странные паучьё, блин, ползают. А что нам с этим паучьем-то делать? Так. Ну-ка, подожди-ка. Сейчас-ка я спрыгну потихоньку и попробую его оббежать. Так, где он там, тварь? Ты чё утворяешь? Ты чё козлина делаешь? Ты чё прыгаешь-то? Сдохни. Хорош, так. Ожерелье какое-то, трава. Подбирай. Лечи. Спасибочки. Спасибо. Действительно, так. Ясно. Во. Так, еще одно золотое ожерелье. Ну, нормально. Ой, музыка сразу стихла. Наконец-то. Какие-то странные звуки пошли. Так, это у нас что такое? Золотое жерелье. А, так это, наверное, с этих странных ракетометчиков они все выпали. Так. Все, что ли? Надеюсь, что все. Так, ну ладненько. А, все уже. Это, наверное, уже конечный пункт назначения, поэтому все, скорее всего, открыть. Ну да, это какой-то лифт. Так, вверх. Опа, опять что ли ты? Что ж, вы далеко зашли. Жаль, что здесь ваш путь и кончится. Это как раз и есть главный супостат этой игры. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом предок. Дети проекта Вескер имели огромный потенциал. Из них выжил только один. Ты. То есть, я был создан искусственно? Я должен был стать богом. С
новый мир, населенный расой сверхлюдей. Но все это погибло в Ленкун Сити. Сраный чутик, блин, упал у меня. Зараза такая. Несмотря на эту неудачу, твое создание — великое достижение. Теперь моя свеча едва теплится. Какая насмешка для того, кто вправе стать богом. Взглянуть в лицо собственной смерти. Право стать богом. Ни хрена себе. Прям насквозь рукой проткнул. Теперь это право мое. Должен стать богом? Ты. До последнего полон гордыни. Лишь тот, кто способен быть богом, достоин этого права. Да, тот, кто, блин, всемогущ так-то. Особенно этот. Очкарик. Это право. Ураборос дал мне его. Да кто бы сомневался, если честно. О, хорош, конец головы 6-1. Это получается, у нас уже с вами осталось две головы пройти, и все, и будет конец игры. Так, ну окей, точность 59,60% на бэшку. Вот опять уже похуже стало, еще в разы хуже, чем было в предыдущем разе. Так, врагов бежало 55 на С, смертей 0 на С. Но это хорошо, на самом деле, то, что я ни разу не помер. Мне так вот несказанно повезло, как так, да. Очень сильное, большое везение, огромное. Так, время зачистки 46 минут и 7 секунд. Нормально на вышку. Ранг 1000 очков на вышку. Так, ну все, по сути, уже мы с вами это сделали. Давайте на этом на сегодня заканчивать. Так, что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если понравилось, то поставьте лайки. Если хотите больше моих видео, то подписывайтесь на мой канал. Заходите на него и смотрите с большим удовольствием. А также пишите комментарии к каждому видео. С вами был Алекс Джаггер, и всем пока!